Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, и я приветствую вас на канале «Процветок». Сегодня мы поговорим с вами об основных принципах использования фунгицидов на основе меди. Медь является, соединение меди, конечно, являются наиболее первыми такими фунгицидами, которые использовал человек. Эффект медного купороса был показан впервые на мучнистой росе, милдью, и боролись с этим заболеванием на растениях винограда. Было показано, что смесь медного купороса с известью является эффективным средством для контроля и борьбы с этим опасным заболеванием. С тех пор фунгициды и защита растений с помощью фунгицидов достигла достаточно больших высот, однако же популярность препаратов на основе меди не уменьшается. Существует две основные группы препаратов на основе меди. Это растворимые и нерастворимые. К нерастворимым препаратам группы меди относятся всем хорошо известная бордоская жидкость, а также такие препараты, как азофоз. Они представляют из себя суспензию. Она нерастворимая, но очень мелкодисперсная. Попадая на листья, эта суспензия закрепляется на поверхности листьев, и патогенные грибы, которые зачастую очень зависимы от наличия ионов меди, начинают их жадно поглощать. И поглощают их до такой степени, что накапливают токсические концентрации ионов меди и погибают. На этом основано защитное действие. Однако же растения также способны накапливать эти ионы меди, и поэтому медь является достаточно фитотоксичным средством. Для того, чтобы не повреждались растения, необходимо строго соблюдать рекомендуемые концентрации. Другая группа – это растворимые препараты меди. В нее включен преимуществом медный купорос и другие растворимые соли, там хом, оксихом и другие препараты, содержащие растворимые соли меди. Медный купорос обладает наиболее сильным повреждающим действием как на патогены, но, к сожалению, также и на растения. Молодые листья очень сильно страдают от фитотоксического действия медного купороса. Поэтому медным купоросом работают либо по зеленому конусу, когда листочки еще не развернулись, либо уже после того, как листочки развернулись и сформировались полностью. Чем старше становятся листья, тем они менее чувствительны к повреждающему действию медного купороса. Каким же образом правильно выбрать тот препарат, которым надо работать? Дело в том, что ведь медь, растворимые соли меди, имеют склонность смываться дождями. Поэтому, если вы в открытом грунте поработали медным купоросом, после чего прошел дождь, считайте, что обработку вам надо повторить заново. Поэтому, для того, чтобы обработки медными препаратами были эффективны в открытом грунте, вам надо использовать нерастворимые соединения меди, а именно азофоз, либо же бордоскую смесь. Эти вещества как бы въедаются в поверхность листа, и дождь их не смывает. Но надо помнить, что раз они нерастворимы, значит они менее эффективны. Патогенам также необходимо предпринять усилия и некоторое время для того, чтобы растворить эти нерастворимые соли и накопить эту медь. Растворимые же соли действуют гораздо быстрее. С другой стороны, в защищенном грунте дождя нет. В этой связи целесообразнее использовать те препараты, которые будут растворяться в капельках росы и сохраняться на поверхности листьев. В этой связи в защищенном грунте лучше использовать растворимые препараты меди, такие, например, как медный купорос. Концентрация медного купороса для использования должна быть не больше, чем 1,2% водного раствора. Концентрация в 0,9% считается уже неэффективной, а концентрация в 1,5% может вызвать серьезные повреждения растений, особенно в стадии активного вегетативного роста.
Для того, чтобы получить менее токсичный препарат, но растворимый, я поделюсь с вами моим одним маленьким секретом. Если взять 150 грамм медного купороса и добавить туда 100 грамм крота, обыкновенной щелочи, средство, которое можно купить в любом магазине, то вы получите вот такой вот осадок гидроксида меди. Для того, чтобы приступить к следующей фазе приготовления нашего препарата, нам необходимо максимально слить вот эту жидкость, которая находится наверху. После того, как большую часть жидкости мы слили, нам необходимо сюда прибавить уксус. Обыкновенный спиртовой 9% уксус. Те, кому доступна уксусная эссенция, могут использовать и ее. Сколько уксуса надо добавлять? Необходимо добавить столько уксуса, чтобы полностью растворить тот осадок, который мы получили. В результате этой простой химической реакции мы получаем ацетат меди. Дело в том, что ацетат меди является гораздо более щадящей растворимой формой медь содержащих фунгицидов, нежели чем медный купорос. После того, как весь наш осадок растворился, для этого необходимо немного подождать, вот это количество раствора мы прибавляем в 10 литров воды, добавляем туда 200 миллилитров жидкого мыла, только не хозяйственного, а именно жидкого, и обрабатываем наши растения. Такой раствор обладает гораздо меньшим повреждающим эффектом. Надеюсь, что такой небольшой химический опыт поможет вам приготовить в домашних условиях безопасный, более безопасный, чем медный купорос, растворимый состав для защиты томатов, огурцов и других растений в защищенном грунте, в том случае, если вы используете медь, содержащие фунгициды, для защиты ваших растений. А я прошу вас ставить лайки, если наш выпуск вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте для этого на колокольчик, и вы не пропустите наши новые выпуски. Для того, чтобы обсуждать те выпуски и те советы, которые мы даем на нашем канале, переходите на портал процветок.com, ссылка на этот канал под этим видео. Там мы будем обсуждать, меняться фотографиями, и я буду отвечать на все ваши вопросы. Всего хорошего, до встречи!